Здравствуйте, Лариса Ульяненко, здравствуйте! Холодный в первой декаде мая к концу месяца преподнес сюрприз. Метеорологическое лето наступило на 10 дней раньше срока. Устойчивая среднесуточная температура превысила отметку 15 градусов. И в предстоящие дни тренд на такую погоду продолжится. И на юге страны, и в Москве обещают 30 градусов тепла. К этой отметке приблизится значение и у нас. 29 мая в Старомосковье и Губкине днем 27-29 выше 0, ночью 17-19. Малооблачно, ветер восточный 2-3 метра в секунду. Давление 747-751 миллиметр. Магнитное поле неустойчивое. Рассвет в эту среду в 4:20. Закат в 20:31.